Добрый день. Поздравляю вас и вашу команду с победой. Она далась достаточно тяжело. Что-то случилось во втором тайме. Расскажите, пожалуйста, что? Ну и вообще эмоции по игре. Добрый день. Да, игра далась тяжело, так как опять 8 человек всего лишь пришло. Субботний вечер дает о себе знать. Но некоторые игроки, не будем называть фамилии, променяли игру в футбол, блядь, на алкашку и так далее. Но не суть. Игра, да, была тяжелая. Ребята были с заменами, у них было посвежее, конечно, вот игра. Ну, мы свои моменты реализовали, даже было, можно было реализовать даже больше, чем 7 голов. Но игра случилась так, как случилось, говорится. Больше... Депортива устали, вернулась. Устали, да. На хорошем ходу. Да. Поэтому... Если еще будем собираться нормальным составом, тем, который у нас должен собираться, то еще мы бы еще раньше вернулись. Но пока так. По судейству два слова. Ну, судейство, ну, был спорный момент с пенальти, не могу комментировать, судья, для той судья, чтобы он принимать решение окончательное, поэтому не могу ничего сказать в плане именно этого спорного момента. А в остальном нормально все было, правильно принимал решение. Может, где-то были спорные, команда соперник предъявляла ему какие-то претензии, ну, это уже на усмотрение. В целом все. Я понял, спасибо, да. И удачи в следующих матчах. Спасибо большое.